Так, все верну бандикам в нормальное состояние. Кстати, вот еще данные. Ну, ладно, схочу. Сейчас, одну секунду, кучу еще проделаю. Я просто вчера пельмени варил и забыл выключить плитку. Так что... Как ты сказала сегодня? Как это отразилось на сегодня? Я иду и проверяю себя, потому что сегодня я варил пельмени еще раз. О, лизунчики. Лизни вот это. Ай, пусти, пусти. Меня все-таки лизнул. А, сейчас, подожди, вот так. Вот как его заколбасило, а? В потолок. Он еще жив. О. А, это на потолке лизун. И еще одного заколбасило. Так, данные. Граната светошумовая. Интересно, как на них подействует светошумовая граната? Они ж слепые. Ну, вот я и говорю. Как? Да я сам как. Да ёпарас это. Опять схватили. Блин, опять не та кнопка. Stop moving. Так, патроны. Такие вот данные. Вот стоят, вот, вот они. Так, и еще одни данные. Вот они, вот тут все забрал. Так, все. Ой, аккуратней. Было же у этого Николая свободное время. Ну тебе. Чего я скрячил так опять? Спрей нужен? Не-не. А, хотя нет, нужен. Пока спрей у меня и нету. Так. Что такое? Оу. Ловушки для тупых. Ну, хотя... Сработал на совесть? Это вряд ли. Вот это была еще одна ловушка для тупых. Я на нее попался. Да, блин, вот попал. Вот данные здесь есть. Да? А, там. Вот на столике. Так, анти-анти-антиспрей, еще одна лечилка. Ноутбук. Как удобно. Еще данные ты взял? Да. А это? А, это? Нет. А бери, я брал тогда еще один раз. Так что давай. Хм, одна новая. Фиговенька какая-то. Так, нужно срочно найти нормальное оружие. Зря свой автомат выкинул в обмен этот идиотский гранатомет. Ни черта не видно. А что у нас там? Там? Патроны, зажигательные гранаты. Ты. Бери. И лечебная травка. Ну, это не надо уже. А патроны я бы взял. Все, возвращаемся. Блин, темно как в жопе у негра. А внизу чё? Оно наверх, точно. А внизу куча патронов, спрей и данные. Давайте я возьму. Все, больше там ничего нет нужного. Вот камера, да? Вот это? Да. Угу. Не, она мне не отображается на этом. А это что? А, это лампочка. В тепловизоре не видно. О, красноглазики. Yes,
Ты инфицирован? Нет. Теперь нет. А он сзади есть этот. Вот прям где я стою. Спрей от заражения. Эх, как же не хватает квик-киллов из 4-й, 5-й, 6-й части. Да есть они, только мы их пользоваться не умеем. Ну, в смысле, там, оглушить, там, пальнуть в ногу. А. И с ноги прописать так, чтобы летел через весь уровень. Это да. Урья! Как-то быстро миссия закончилась. Да что-то вообще быстро. Вот тварь, а. Ладно, она еще не закончилась. Вот как он узнал, что мы здесь? Ему бы только Battlefield играть. Знаешь, эти приколы, когда стреляют в этого водителя самолета, да? Пилота, точнее. Прыгают и угоняют в полете, зараза. Пустой вертолет. Или самолет. Мне хватало только подстрелить пилота вертолета, не больше. Крутые парни не смотрят на взрыв, да? Кучка дилетантов попались. Где выход? Ну, вот здесь. Вот и выход. Нам благополучно его сделали. А вот здесь есть эти, как их там, данные. Вот они. На столике. Патроны, это надо. Открываем. Еще патроны, если надо. Да нет, уже не надо. Есть здесь лекарство. Так мы что, вышли туда же, где и были? А, ну да, точно. Вот нам сюда. А, он тут же здесь. Умри, красноглазик. Не подходите. Ой. Как заражение убрать? Антивирусом, цифра 2. 2? Хорошо. А, шарик. Так. Сюда, да? Да, все сюда. А, я горю! Я горю, мы все горим. Ладно. О, Хантер! Это было неожиданно. А, беги от него. Отстань от меня. Я ему в спину стреляю, ему похер. В лицо стрелять надо. Да я бы рад, но он на тебя нацелился. Мне в огонь кидает, скотина такая. Я ему в шопу настрелял. Палит меня. Выходи. На четверку, да, тебя лечить? Да. Нет, на четверку уже мне есть. На тройку. Да. Все, готовы? Там лекарство было. Ну, не знал. О, а вот это мне надо, спрей. Антизаражай. А, у меня есть спрей? Странно. А, это мины на потолке. Кто додумался? О, иди сюда. Давай, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Молодец, давай, давай. Еще бомба. Давай, давай, давай. Ко мне. Иди сюда. Ну, или в огонь. Мне пофигу, да? Ну да. Так даже лучше, я бы сказал. Так, данные у нас вот здесь. Забрал. Мы в противогазах, самое интересное. А почему-то кашляем. Даже странно. Херовые противогазы, наверное, значит. Так, слева трава. Ну, уже, ладно. Енотовый госпиталь. Госпиталь для енотов? Ну да. Если не знать, что это город... Довольно забавно было бы. О, класс. Что, так. Есть? Ну, справа тут патроны. Патроны. Так, два спрея вот здесь. Вот они. Раз. И второй, если у тебя, если тебе нужен. Вот он.
Так, стоп, граната за вот этим вот джипом. Ой, что это? А, это пожарная машина. О, слушай, это не... Не то ли... Помнишь, где Леон врезался тогда во второй части? Там с пожарной машиной было, по-моему. Если... Или, мне кажется, или полицейской. С полицейской. Там в их машину влетел грузовик. А, ну да. И пришлось разделиться. Нет, это больше похоже на место из ролика, где этот американский военный против вот волчьей стаи дрались. Может быть. О, бери не автоматическую винтовку. Не автоматическую? Да, снайперская. Офиг, где она? Вот. Так. И такой сойдет. Уж лучше такой, я бы сказал, даже. Гранат. О. А вот и они. А вот и граната. Ой, я в костер прыгнул. Светошумовая пошла. У меня в тепловизоре игра идет даже лучше, чем обычно. Просто потому, что убирается часть текстур. Ну да. Как у меня в Metal Gear 5 так же, когда включаю нетвизор, там все текстуры становятся ровные, зеленые. Так, граната. Блин, это кнопка. Что, новая винтовка? Пофиг. Где там мой снайперка? Я ее взял и выкинул, походу. Зачем? Не, ну в смысле, подобрал. Я хотел взять штурмовую какую-нибудь. А ты что, не было штурмовой? Ты вообще с чем начинаешь игру-то? Ну, бери еще гранату вот здесь. У меня просто кончились патроны на мою штурмовую. Не, я бы не отказался от Томпсона, чтобы с ним побегать здесь. Или от чего-нибудь другого, но выбирать не приходится. Томпсон там в разделе этих. Так. Так, светошумовая. А пофигу возьму. Так, и. Кладбище. Чё, простул. Бери данные. Бери дробовик. В данном варианте будет винтовка, потому что Николай будет сейчас в церкви, в которой с третьей части. Да. И граната справа, прямо вот здесь. Нет, место. Патроны нужны. Найдите 3 эми заряда. Вот один. Где еще? Ах. Не-не-не, они у меня не отображаются, как это. Так, тут ни черта нет. Они по звуку ты их можешь определить. Стрекотание такое. О, о, ручной пулемет. С этим я побегаю. Ты же знаешь, ты что за фигня подставляешь? Так, сейчас, ну-ка, мужик, звони. Ну, как ты не сдох? Есть спай? Да. Идиота. Да похрену на него. Превратиться завалим. Или да, как? Вы не превратиться, я вот. Че, полечить его, думаешь, надо? Снял с него эффект. А, вот еще один эми. Он еще вот так вот мигает ражной лампочкой. Вот. Угу. Блин, ты что лично путаю кнопки. А, он у него, да. Вырубить его? Сначала бы от зомби избавиться. Где-то впереди, вот он. Так, ну все, идем к церкви. Но сначала пойдем вот сюда. А, это моя штурмовая винтовка. Так, а где церковь? А, все туда. Как-то я удачно так круг сделал. Ладно, штурмовая винтовка здесь. F будет вот так. Чего удерживать? F. Ага, понятно. Случайно совсем на том.
Вот он, сучка. А если я сделаю так, он вызовет? Вон он, в окне. Ну так было. О, черт. Так, пополнить боезапас. Ах ты ж черт. Это что такое? О, взял полуавтоматическую снайперку. Зомби. Справа два, если чё, цветочка. Так, мне один надо взять. А где он больше не высовывается? А вон. Да. Дайте мне его, я отстрелю ему башку. Не, вот у винтовки этот зум лучше. Газы лучше. Руку я ее возьму. Ай! Так. Пора лечиться. Ой, блин, не тот. Вон он, сейчас в окне справа появится. Красавец, прямо в окно. Я вообще кинул, чтобы избавиться от лишней гранаты. Ну ты попал. Сейчас слева появится. Где-то. Слева в каком окне? А, не, сначала зомби. Зараза. Хреновый снайпер. Ой, черт. Вот он где-то в окне. А, вон он, в правом. Да пожалуйста. Чуть-чуть докинул. Попал. Только я не вижу, куда теперь стрелять. Где он? Я вон там. Нет, не угадал. Ой, там он бежал. Я. Сейчас в левом окне появится. Уже появился. На тебя. Ой, откуда стреляет? Второе окно справа. Ну, слева, то есть, справа. Ой-ой. Граната. Всё. Чёрт, не хочу полуавтомат брать, но толку было немного. Как это? Лежит? Да, вот, ящик целый. А где моя штурмовая? Вот она. Вот ящик. И грантов целая куча. Если нужны жизни, вон там справа цветочек. Я взял уже. Тогда сейчас я возьму. Секундочку. Эть. Тут что-нибудь лежит интересное, полезное? Нет, не лежит. По идее, сейчас мы можем где-нибудь отыскать Джилл, лежащего, без сознания. Или Немезиса. О, данные. Кто берет? Ты и я. Ну ладно. Ты играешь, что ли? Нет. Музыка из какой-нибудь Resident Evil, да? Не ее ли... Нет, ну в смысле, я понял, что это довольно-таки знаменитая запись. А, да, это Лунная соната, в первой части. Из первой части, да-да-да. Вон там она должна лежать, но ее нету. Ну, походу, мы пришли или раньше, или позже. Скорее всего, раньше. Нет, скорее всего, позже, потому что мы пришли после того, как больница взорвалась. Так, больница взорвалась же по другому причине, в третьей части, или именно по этой? Нет, там тоже этот Карлос встречает Николая. А, вот да. Возвращается... Блин, да что ж такое? Не могу взять ими за это. Всё, где там? Вот они. А, вижу. А, вот, смотри, бутылки. Типа. Блин. А, это чё? Антидот, типа? Ладно.
Ой-ой. Так. Это что такое? Это бутылка? Да, я тут не внимание обратил, светится сам так. Ну, справа патроны, вот. Жизнь. А ну, прячься. Света шумовая пошла. Справа от тебя. Ой. Попробую тебя поднять, как только пристрелят этого козла. Подожди, пока я тут. Что-то заглючил, только я не спрятался. Давай, тварь, реанимируйся быстрее! Эй, сейчас. А? Я взял синюю карточку. Взял черную карточку. Я черную до этого тоже подбирал, только толку. А, да, я же заиспаунился. Погоди, у меня новый ствол. Так я ж тебя возродил только что. Так я за это говорю. Ага. То, что новая с пушкой заиспаунился. А, я встал прямо на гранату. Однако же. Так. Еще один. Справа. Все, готовы. К сожалению, больше здесь расходных материалов нету. Ни патронов, ни... А, нет, вот спрей слева. Ладно, схвачу сейчас. Тебе лечиться надо? Нет. Ладно, я тогда тоже потерплю пока. Что у нас здесь? О, еще один спрей справа. Угу. Патроны. Ящик целый, по идее. И дробовик, полицейская винтовка. Дробовик. А что это? Ну это дробовик. Ну я говорю дробовик, полицейская винтовка. А он еще чуть лежит. Снайперская. О, вот это я возьму. Бери. Как мне с зумом. Вроде неплохо. Хера себе звук. Как у слонобоя. Ага. Что-то мне... А, я вспомнил. Так, данные вот. Вот прям вот на углу. Да, все. Сейчас будет что-то плохое, я помню. Но вот чё? Большой и страшный в кожаном костюме. Ой, да ладно. Ну не надо. Куда деваться? Так, это я подберу. Так, еще один спрей, вот он, если нужен. Ну, в принципе, ты подобрал. Так, данные вот здесь. Вот. Угу. Так, цветочек нужен? Нет, пока не нужен. Гранаты? Гранаты раз. Гранаты два. Нет места. Тоже нету. Так, ладно, пора начинать. Ой, пора... О, кстати, можно отдать данные. Ноутбук вот здесь. Где я стою, вот. Ага. И патроны, вот он. Ой, сейчас будем огребать. А зачем они охранять генератор, если мы его запускаем, чтобы все работало? Или мы наоборот его уничтожаем? И еще и зомби. Ну зомби-то чуть потом. Готово. Прорываюсь к первому генератору. О, этот. Николай, сверху. А, черт. Кто мне в спину стреляет? Спекопсы, вот они. Духники.
Блин, неудачная позиция. А, меня задели, хелп. У меня нету этой. Где наш доктор, чтоб тебя? Не спрашивай. Вот где он. Медпёс тут? Все, вроде отошел. Так, стоп, я только случайно выкинул. Так, прорываюсь к второму генератору. Вот валяться. Пожалуй, пойду. Спиду стреляет. Сверху где-то? По лазерному указателю, смотри. Вон он опять там. Так. На жизнь. Блин, вот этот мигрант кидает каждый раз. Так, держись, я сейчас. И... Да? Вот, падла. А! Автоматический огонь ведет. Смотрите, солдаты где-то. Солдаты, вот они, с серинки. Блин, какого хрена ты автоогонь именно зомби? Все, мне хана сейчас будет. Эй. Че, сволочи, сзади зашли. Ты гранату кинул, прикрыл, молодец. Нет. Ну, Николай, ладно, спасибо ему за это. Так, и еще один. Поставил. Блин, вот вдвоем гораздо проще проходить это дело. Потому что я помню, когда один проходил, я очень долго мучился с этой миссией. Дом of Umbrella. И... Убийство Б. Мы больше полчаса возились. За 39 секунд опоздали всего лишь. Ну, у меня убийств мало. У меня 48 из 55. У меня 111. Хотя я всю дорогу со снайперкой бегал. Ну, правильно, я там бегаю, смотрю, что можно подобрать. По карте. Воюю так, меньше.